Интересно, что правозащитные организации, пекущиеся о жертвах сталинских репрессий, очень мало интересуются чудовищным геноцидом 20-х годов, осуществленным Радеками, Тухачевскими, Свердловыми, Якирами, Убаревичами, Лениными и Троцкими. Точно так же и на Западе всех больше волнует судьба Каменевых, Зиновьевых, Тухачевских и Троцких, а не их жертв, коим не счесть числа. Но еще интереснее и удивительнее выглядит тот факт, что и у нас в стране, и в Европе, да и в Америке, говоря об искусстве пролеткульта, никто не хочет заметить, что творцы так называемого русского авангарда были соучастниками заказанного Шифами и Ротшильдами, Варбургами и Морганами убийства России. Директор Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Томпсон сделал личный взнос большевикам в 1 миллион долларов. Мистер Томпсон был также крупным акционером Chase National Bank, принадлежавшего группе Рокфеллеров. Группы Моргана и Рокфеллеров тоже давали наличность на это дело, так же, как и Якоб Шиф, старший партнер в Kuhn Loeb & Company, который дал Ленину 20 миллионов долларов. Шиф являлся партнером Пола Варбурга, председателя Федеральной резервной системы и участника встреч на Джекил Айленд, Джорджия, где был написан законопроект о Федеральном резерве, создавший систему Центрального банка Америки. Ральф Эпперсон, «Невидимая рука». Наряду с уничтожением Российской империи как государства-победителя в Первой мировой войне, как государства, претендовавшего на львиную долю плодов победы союзников, так вот, наряду с ликвидацией России как сверхдержавы, Троцкий, Ленин, Зиновьев осуществляли уничтожение старой русской культуры, поэзии, литературы, архитектуры, образования и музыки. Уничтожалось и запрещалось все. И наряду с этим национальная русская культура заменялась вновь создаваемым суррогатом. Суррогатом, на создание которого, несмотря на голод и нужду, царящие в стране победившего большевизма, тратились огромные деньги. Не имея сил уничтожить русскую духовную культуру, большевистские власти с психопатическим упорством призывают построить новую литературу и искусство, соответствующие величию переживаемой эпохи. На создание этих новых литературы и искусства бросаются огромные средства. Новаторы старательно изобретают новые формы выражения и чувства, сознательно игнорируя литературные традиции и великие достижения русской культуры. Платонов, терновый венец России. В качестве кузницы своих кадров новые власти создают новые учебные заведения. Коммунистический университет имени Якова Свердлова, институт красной профессуры. Старая же профессура уничтожается и увольняется. Историческая школа, русская философская школа полностью игнорировалась и даже была запрещена. Отсюда были уволены известные философы на весь мир, такие как Бердяев, Ильин и так далее. Пострадали в период этот известные историки, в частности, такой академик Платонов и многие другие. Одним из лидеров новой элиты, подменившей вырезанную и изгнанную русскую интеллигенцию, стал комиссар отдела ИЗО Казимир Малевич, утверждавший следующее. Церковь должна быть немедленно закрыта, как частная торговля. Нужно разбить семью, ибо всякий, родившийся в коммунистическом обществе, уже принадлежит обществу и его воспитанию. Таким образом, мы придем к беспредметному миру, очищенному от всякой старой формы, и выйдем к супрематии новой формы предметного мира. Да здравствуют красные вожди современной жизни и красное творчество искусства нового. Казимир Малевич. Идеология, которую навязывал Казимир Малевич, была очевидно направлена на подрыв и русского общества, и русской культуры. При этом ясно, что не случись революции, не были бы ни Кандинский, ни Малевич великими художниками. И не были бы великими поэтами Маяковский, Джек Алтаузен и господин Мариенгоф. Все эти люди, прослывшие творцами нового искусства, были всего лишь прихлебателями у вождей кровавого большевистского режима. Лучшей характеристикой деятелей нового искусства является само их творчество. И особенно показательны плоды труда, с позволения сказать, революционных поэтов. Вот стихотворение процветающего тогда поэта Мариенгофа. «Святость хлещем свистящей нагайкой,
и хилое тело Христа, на дыбе вздыбливаемой в чрезвычайке, кровью плюем зазорно Богу в юродивый взор. Вот, на красном-черном, массовый террор. Метлами ветру будет, говядину чью под месть? В этой черепов груди наша красная месть. Мариенгоф, 1919 год. Идеология призыва к геноциду христианской русской тысячелетней культуры в строках Мариенгофа налицо. Чем, собственно, отличаются стихи этого, с позволения сказать, поэта от «Майн кампф» Адольфа Гитлера, непонятно. Не менее гнусны и строки любимого и либералами, и коммунистами Владимира Маяковского. «А мы не Корнеля с каким-то Рассином. Отца предложи на старье меняться. Мы и его обольем керосином и в улицы пустим для иллюминаций». Маяковский. Многие из деятелей новой культуры совмещали свое так называемое творчество с работой палачами. Причем и то, и другое они часто творили не по приказу, а по призыву души. Более того, деятельность новой элиты в области душегубства была направлена на уничтожение именно старой русской интеллигенции. Был такой поэт и одновременно член коллегии ВЧК Эйдук. И вот что вспоминает о нем князь Живахов. В Вологде свирепствовали палачи Кедров, Цидербаум и латыш Эйдук, о жестокости которых создавались целые легенды. Они перестреляли несметное количество людей и вырезали поголовно всю местную интеллигенцию. Из воспоминаний товарищ оберпрокурора Священного Синода князя Живахова. А вот стихи этого самого палача и поэта, поэта и палача. Нет большей радости, нет лучших музык, как хруст ломаемых костей и жизней. Вот отчего, когда томятся наши взоры и начинает бурно страсть в груди вскипать, чиркнуть мне хочется на вашем приговоре. Одно бестрепетное — к стенке расстрелять. Эйдук. Еще одним совместителем среди деятелей нового искусства был Павел Филонов. Он стал не только одним из основателей «Авангарда», но и председателем революционного трибунала. Он лично подписывал смертные приговоры. При этом сами творцы нового авангардного искусства выступили и творцами культов личности. Казимир Малевич стал инициатором создания культа личности Ленина. Куб – более не геометрическая фигура. Это новый объект, посредством которого мы пытаемся изобразить вечность, создать новый набор обстоятельств и поддерживать ими вечную жизнь Ленина, побеждая смерть. Смерть Ленина не является смертью. Он жив, вечен, и символ этому – новый объект, принимающий форму куба. Проход в куб к телу Ленина – это первый шаг в вечность, в новое будущее. Казимир Малевич. Из работы Александра Медведева «Похищение Европы». В 1918 году Ленин лично настаивает на закрытии Большого театра в Москве. Он в гневе по поводу того, что Совет народных комиссаров на заседании, которое прошло без его участия, принял решение о сохранении Большого театра. Владимир Ильич закрывает Большой сам. Теперь наступает время нового театра. Театра Мирхольда. Появился образ Мирхольда в кепке на бекрень, одетого в кожаную куртку комиссарскую, и сбоку у него был прицеплен парабеллум. В таком виде он появлялся в театре. Этот грозный, совершенно чудовищный образ наводил страх на актеров, на всех театральных деятелей, и те, кто пытался уклоняться от линии, выработанной Мирхольдом, он тем угрожал расстрелом. Линия Мирхольда была очень простая в театре. Это отказ от тех театральных традиций, которые в широком виде мы знаем как
школа Станиславского. 12 апреля 1918 года выходит декрет Совнаркома о памятниках республики. Начинается тотальный снос памятников по всей стране. Сносятся памятники царям и князьям. Сносится памятник генералу Скобелеву и памятник питомцам Академии Генерального штаба. Уничтожаются тысячи обелисков по всей стране. Вождь мировой революции подает личный пример того, как надо сносить ненавистные ему русские памятники. В 1918 году в Московском Кремле он, Ленин, с помощью соратников разрушил памятник в виде креста невинно убиенному князю Сергею Александровичу, созданный по рисункам замечательного русского художника Васнецова. Как описывает очевидец, Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул ее на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. Платонов. Терновый венец России. Тотальному разграблению подверглись музеи. Была создана комиссия, главную роль в которой играл Лев Давидович Троцкий. Под его чутким руководством тотальному разгрому и ограблению подверглись Оружейная палата, Эрмитаж, Русский музей, музей Троицы Сергиевой Лавры. Идеологом разгрома музеев от деятелей культуры выступил Владимир Маяковский. «Белогвардейца найдете и к стенке, а Рафаэля забыли? Забыли, расстрелли вы! Время пулям по стенке музеев тенькать, 100-дюймовкам глоток старье расстреливать!» Маяковский. В феврале 20 года создается ГОХРАН – Государственное хранилище ценностей. Это еще один инструмент ограбления страны. Проводится централизация хранения и учета золота, платины, серебра, бриллиантов и драгоценных камней как таковых, а также жемчуга. Все эти ценности изымались поначалу только у юридических лиц. А декретом от 16 апреля 2020 года ценности конфискуются уже и у лиц частных. Кроме того, большевики издали декреты о национализации всего достояния России, а также о конфискации имущества не только у церкви, буржуазии, иммигрантов, но и о конфискации золота и драгоценностей у всего российского населения. Российские ценности, как пишет профессор Саттон, шли за границу целыми пароходами. Михаил Назаров. Тайна России. Также произошло ограбление церкви. Были убиты свыше 300 тысяч священнослужителей. Разрушены десятки тысяч храмов. Вот что по этому поводу говорил такой революционный деятель, как Бухарин. «Мы ободрали церковь как липку, и на ее святые ценности ведем свою мировую пропаганду, не дав на них ни шиша голодающим. При ГПУ мы воздвигли свою церковь, вместо икон повесили вождей, и постараемся для Пахома и низов открыть мощи Ильича под коммунистическим союзом «Дурацкая страна». Бухарин. Аккумулировав огромные ценности, Троцкий и компания приступили к переправке их за границу. Настало время рассчитаться со своими хозяевами и спонсорами. При этом все главные демократические страны в нарушении законов и уважения частной собственности приняли участие в скупке краденого и отнятого у несчастных русских людей. На зарубежные рынки были выброшены даже иконы, церковные чаши, кресты и ризы. Происхождение их было очевидно, но нередко они выставлялись в фешенебельных витринах. Михаил Назаров. Тайна России. Целое состояние на торговле награбленным сделали хаммеры. Например, хаммеры за ничтожные цены приобретали сокровища русского императорского двора, в том числе и знаменитые яйца Фаберже. А шведский банкир Олаф Ашберг, связанный с банкирами Соул-стрит и возглавивший первый советский государственный банк, вывез из России сотни икон 15-17 веков. Самые выдающиеся произведения купил американский миллионер Меллон. В результате блестящих покупок Меллона Эрмитаж лишился величайшей в мире коллекции картин. Были проданы гениальнейшие произведения Рембрандта, Боттичелли, Рафаэля, Веласкеса, Тициана, Хальса, Веронезе, Перуджино, Яна ван Эйка, ван Дейка, Шардоне и многих других. В 1935 году эти картины были оценены в 50 миллионов долларов. Вскоре после войны вдвое дороже, а об их нынешней стоимости говорить бессмысленно. Они бесценны. Платонов. Терновый венец России.
Ценности вывозились и просто в слитках. Золото, платина, бриллианты шли потоком в Скандинавию, Францию, Швейцарию и в США. Многие миллионеры на Западе стали миллиардерами. Многие сделали состояние, а банкиры с Уолл-стрит превратились в самых богатых людей в мире. «Нью-Йорк Таймс» сообщает о прибытии 29 апреля 1921 года советского золота в Париж на 10 миллионов долларов. Коммунистическая газета «Интернациональ» сообщила ранее о поставке во Францию 200 ящиков золота стоимостью более 500 миллионов долларов и высказала мнение, что Франция стала перевалочной базой для поставок советского золота в Швейцарию и Англию. Михаил Назаров. Тайна России. Однако разгром русской традиционной культуры носил более глубокий характер, чем простое ограбление. Особенно хорошо это видно по ситуации с уничтожением власти Троцкого и Ленина национальных архивов. Фактически это было уничтожение национальной памяти. Всего за 1917-21 года было уничтожено от 30 до 50% фондов архивных хранилищ Российской империи. С 1919 года большевистские вожди почувствовали себя победителями, начали захватывать особняки, дворцы и царское имущество. Пищу им стали готовить царские повара. В период страшного голода, организованного кликой Свердлова и Троцкого, большевистские вожди выписывали себе из-за границы деликатесы и предметы роскоши. Например, главе Коминтерна Зиновьеву в специальных вагонах привозили трюфеля, ананасы, мандарины, бананы, фрукты в сахаре, сардины. Его жене, женам и любовницам комиссаров из-за границы выписывали роскошное белье, духи, мыло, инструменты для маникюра, кружева. Соломон среди красных вождей. Пожалуй, наиболее ужасный удар по русской цивилизации ставленники Уолл-стрит нанесли в области падения общественной нравственности. Особенно пострадали права женщин. Главными идеологами здесь выступили Крупская и Калантай. Сексуальная мораль, вырастающая из запросов рабочего класса, служит новым орудием социальной борьбы рабочего класса. Не в интересах класса закреплять за отдельным членом революционного класса самостоятельного его представителя, долженствующего прежде всего служить интересам класса, а не выделенной и обособленной семейной ячейки. Калантай. Семья и коммунистическое государство. Примером половой эмансипации стали большевистские вожди Троцкий, Склянский, Бухарин, Калантай, Антонов, Овсеенко. Надругательство над беззащитными женщинами стало обычным делом для захваченной кликой Ленина и Троцкого несчастной России. Особая комиссия по расследованию злодеяния большевиков, созданная генералом Деникиным, опубликовала страшные материалы о социализации женщин в Екатеринодаре в марте 18 года. Желающим воспользоваться этим декретом предлагалось обращаться в соответствующее революционное учреждение. Инициатором этой акции был комиссар по внутренним делам Бронштейн, который и выдавал мандаты на эту социализацию. На основании таких мандатов красноармейцам подобрали более 60 девушек, молодых и красивых, главным образом из буржуазии и учениц местных учебных заведений. Некоторые из них схвачены во время устроенной красноармейцами в городском саду облавы, причем 4 из них подверглись изнасилованию там же, в одном из домиков. Около 25 девушек отвели во дворец войсковского атамана Бронштейну. По материалам особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, созданной генералом Деникиным. Не забыли захватившие нашу страну оккупационные власти и о так называемой реформе русского языка. Уже в кровавом 18 году меняются традиционно признанные народом формы орфографии, грамматики и синтаксиса. Позднее, по личной инициативе Луначарского, готовилась латинизация русского языка, то есть переход на латинский алфавит. Однако осуществить полную латинизацию России не удалось. Впрочем, в регионах активно искоренялся алфавит русский. Латиница была навязана как минимум 10 народам России, ранее использовавшим русскую графику.
Новые власти запретили все православные праздники. Миней Израилевич Губельман, он же Ярославский, создавший союз воинствующих безбожников, объявил вне закона даже рождественские елки. Полному запрету также подверглась русская история. В данном направлении на первом плане выступил Бухарин. А все тот же Миней Израилевич крушил русскую культуру. Сметалась и крушилась российская культура, подвергалась травле, осуждались и изгонялись из жизни произведения контрреволюционеров Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Тут, кстати, тоже отметился Ярославский. Вместе со своими сотрудниками он составлял и подписывал индексы, списки запрещенных книг, куда входили произведения Толстого, Соловьева, Достоевского. Их рассылали по библиотекам, и неугодные книги подлежали уничтожению. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции. Впоследствии Миней Израилевич Губельман стал обосновывать теоретически ненужность русской классики. Рассуждая о Льве Николаевиче Толстом, он писал следующее. Толстой в настоящее время, если взять его отрицательное отношение к классовой борьбе, его враждебность к науке является выразителем идей и настроений социальных прослоек, не имеющих никакого будущего, политическое значение которых для сегодняшнего дня ничтожно. Миней Губельман. В области разгрома классической русской музыки новые власти также немало преуспели. Одна часть композиторов была изгнана за границу, а другая морально и физически уничтожена. Надо сказать, что к тому времени было сделано все, чтобы лучшие деятели русской культуры были либо уничтожены, либо выдавлены из страны. Уехал композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов. В 1922 году покинул Россию писатель Шмелев. Расстрелян поэт Николай Гумилев. Ахматова, молодой Шостакович были обречены на голодное, в прямом смысле этого слова, вымирание. Многие оставшиеся были вынуждены принять кодекс молчания или прямого соглашательства. Любая идея о национальной самобытности русского искусства приравнивалась к контрреволюционному заговору. Появляется не только так называемая пролетарская культура, но и пролетарское переосмысление доселе существовавшей буржуазной. Так, в постановке Бориса Годунова, Александра Сергеевича Пушкина, Всеволода Мейерхольда в 1924-25 годах на сцене студии имени Вахтангова бояре должны были появляться не больше и меньше, чем в голом виде, и чесаться от одолевавших их вшей. Вся эта новая кровавая интеллигенция делилась на две части. Такие, как Малевич и Филонов, активно по собственной инициативе крушили тысячелетнюю русскую культуру и сами формировали культ личности Ленина. А деятели вроде Демьяна Бедного, Маяковского и Катаева выступали в качестве халуев при революционной власти Бронштейнов и Розенфельдов. «Был Катаев. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 000 убью кого угодно. Я хочу хорошо есть. Хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Из воспоминаний Ивана Бунина. Дневник писателя 1918 года. Следует помнить, что господа Малевичи, Кандинские, Филоновы, Джеки Алтаузены занимались своим творчеством в то время, когда лились реки крови. Уничтожались миллионы людей, а вся эта новая псевдоинтеллигенция крушила классическое искусство, пила шампанское и закусывала осетриной в то время, как страна умирала от голода. Все эти господа-авангардисты выступили в качестве прислужников у кровавых палачей. Это было то же самое, как если бы они служили Гитлеру или Гиммлеру. А ведь Кандинский, уехав в Германию и основав там Баухаус, учебно-идеологическое художественное заведение, послужил Третьему Рейху. Можно смело утверждать, что новая советская культура была культурой чуждой для России и навязанной насильственно. Деятели авангарда были фактически соучастниками уничтожения России и русских. Причем Россия была не только убита, но и ограблена. Тысячи тонн ценностей, икон, бриллиантов, картин, окладов, золота и серебра переправили Ленин и Троцкий своим хозяевам на Запад. Шиф, Морганы, Ротшильды не зря вложились в революцию. Их инвестиции оправдались полностью. Хотя, удалось ли им расправиться с русской культурой, лидеры этой самой революции сомневались.
Бывает, что один народ завоюет другой народ. И тогда тот народ, который завоевал, бывает завоевателем. А тот, который завоеван, бывает побежденным. Это очень просто и понятно всем. Но что бывает с культурой этих народов? Если народ, который завоевал, культурнее народа побежденного, то он навязывает ему свою культуру. А если наоборот, то бывает так, что побежденный навязывает свою культуру завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице РСФСР? И не получилось ли так, что 4700 коммунистов, почти целая дивизия, и все самые лучшие оказались подчиненными чужой культуре? Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45. Страница 95.